Доброе утро, друзья. Время 8 утра, а я еду в зал потренировать ножки и покажу вам тренировочку на ноги и поговорим с вами немножко за жизнь, отвечу на вопросы, которые вы задаете. Все, друзья, я в зале. Будем тренировать ноги. Основа основ тренировки ног, что для молодого поколения это 100% приседания со штангой. Берете вес, начиная от грифа, разминаетесь. Потихоньку пирамиды добавляем. Доходим до рабочего, так сказать, веса. Ну, для молодежи 8-10 повторений. Ну, лучший вариант пирамиды это 12, 10. 8-6 повторений. Ну, также для людей, которым уже, для спортсменов, которым уже за 40, за 50, ну, можно давать такие же, в принципе, рекомендации, учитывая физическое состояние, наличие травм. Веса варьируются. Надо все равно придерживаться веса, на который твои ноги откликнутся. Стремиться к максимальным весам, которые ты способен поднять на сегодняшний день. Начну с разминочки, с приседаний. Размяли 60 килограмм, ставим соточку, делаем на 10. Ну, в лучшие годы я работал, доходил до веса 240 по 6. В то время я занимался стронгменом, наедал массу до 136 килограмм. В билдерской карьере средний вес приседания был 200 килограмм, ну, рабочий, 6-8 повторений, 10. Ну а на сушке уже я старался максимально держать, это было 170. 3-4 подхода по 6 повторений. Приседания это основа для укрепления всего организма. Это упражнение нужно делать первым. Ну, я в свои 48 лет, слава богу, сохранил здоровье своих суставов, тазобедренных, коленных. Ну, единственное, наверняка, какие-то протрузии, грыжи позвоночных, межпозвоночных дисков мне уже не дают в полной мере пахать, как в молодые годы. Да это, наверное, мне уже и не нужно. Поэтому я, в то время как спинка моя чувствуется хорошо, стараюсь поприседать. Такие дела. Сейчас посмотрим. Вот такой ракурс.
никакой частичной амплитуды, полуприседов, полуподпрыгиваний я не признаю. Только полный присед в пол даст вам развитие хороших ягодичных, хорошо растягивается и задняя поверхность бедра, и прекрасно прорабатывается трехглавая квадрицепсы, так называемые. Сейчас немножко отдохнем, ставим 140 и работаем. Часто задают вопрос, чем я занимаюсь, как я всю жизнь тренируюсь, чем я, на что живу, что имею и так далее. На самом деле, я построил свое ображение таким образом, что действительно я всю жизнь тренируюсь, занимаюсь своим любимым делом, само собой, свои навыки. Я реализую в своих воспитанниках, а это, как правило, серьезные люди, обеспеченные, потому как мне повезло в свое время, я попал в хороший зал, где познакомился с такими людьми. Один из них мой товарищ и мой друг, и поныне это хозяин этого зала помог мне открыть бизнес. Как помог? Дал денег, так сказать, кредит, который мне не дал ни один банк. Государство в этом плане оно никак не помогает реализоваться. И хоть я отдал всю жизнь спорту, отслужил 8 лет в армии, родил сына, никакой помощи не последовало. Пришлось обратиться к друзьям. Мой друг откликнулся, дал мне определенную сумму. Я вложил их с умом, все продумав. Смог заработать, вернуть эти деньги. На начальном этапе даже мой друг простил мне остаток долга. Там сказал, 500 000, это тебе на подготовку к соревнованиям. Давай трудись, бродяга, все нормально. Такие дела. Этот бизнес меня до сих пор кормит. Помимо того, что я работаю в тренажерном зале в удовольствие с хорошими клиентами. Мои тренировки стоят недешево, потому как я весь день в зале уже находиться просто не хочу. Я прихожу утром в 8 часов и ухожу в 12. За это время все люди, которые хотят позаниматься, они приходят и занимаются. Ну и в это же самое время я занимаюсь сам. Так, сейчас присядем 140, бинтану немножко коленки. Колени я бинтую всю жизнь, может поэтому я и сохранил их в первоначальном виде. Вот 140 на 8. Примерно в таком режиме я сейчас и работаю в 3-4 подходах. Сейчас попробую для вас пересесть 180, так как я вам недавно выкладывал вам жим 180. Как-то не солидно не присесть столько же. Правильно. На штанге 180. 4 по 20. Давно с таким весом не приседал, но вы меня мотивируете. Штанга идет легко и задорно, поэтому сейчас попробуем. Ну что, погнали, ребята, 180.
Втором это было непросто. Но учитывая, что я, наверное, уже несколько лет не приседал таким весом. Very good. Ну, где-то 200, значит, на разик пойдет. Самое главное, я опасаюсь за спину. Ноги нормально работают. Немножко размялись с приседом. Пойдем же делать жим ногами. Там можно будет уже поставить чуть побольше. Я люблю тоже доходить до тяжелого веса. Килограмм до 400. И делать на 6 раз. Финальный подходик. Что сейчас пока и вам и покажем. Тут также идет разминочка. 100, 200, 300, 400. Сейчас так сделаем. Делаю тоже в полную амплитуду. В отбив тренажера никаких полу сгибаний ног я вообще не понимаю. Мне кажется, это просто убийство сустава называется. Никакой мышечной массы вы не нарастите. Если, конечно, у вас уже ноги 80, может такая частичная амплитуда имеет место быть, но 80 я не нарастил. 77 было максимум, сейчас где-то 70, 2,73. Поэтому работаю всегда в полную амплитуду и получаю от этого удовольствие. У нас очень комфортные условия для этого упражнения. Прямо на тренажере всегда висит 400, и эти блины никто не трогает. Поэтому не надо бегать, спокойно одеваешь. Ну, это, в принципе, нормальный вес, не каждому под силу. Кому надо 500? Рекорд у меня на этом тренажере, по-моему, 560 на раз, в полную амплитуду. Ну, чисто я всегда хочу знать свои максимальные пределы во всех упражнениях. Поэтому в таких движениях всегда знаю максимальный свой результат. Разминаюсь дальше. Сейчас сделаю 300 раз на 8, а потом 400, как пойдет. Сейчас добавим еще соточку и сделаем финальный подход в этом упражнении. На штанге 400, вернее, в тренажере 400. Я немного знаю людей, которые накачали бы хорошие объемы ног с помощью этого упражнения. И я не сторонник. То же самое я без тяжелых приседов ноги бы никогда не поимел. А в молодости я вообще просто приседал со штангой и больше я ничего не делал, никакие другие упражнения. Поэтому тут надо искать варианты. Ну и следовать рекомендациям людей, наверное, которые чего-то добились. Но в то же время слушать свое тело. Делаем финальный подход. 400. Thank you.
Это тоже было нифига не просто, друзья. Но по-другому тренируясь, вы не добьетесь никаких результатов и даже не удержите форму. Сейчас немножко отдыхаю, идем дальше. Ну, в принципе, дальше ничего интересного. Сделаю сейчас разгибание ног на тренажере, который есть во всех залах. Покачаю голень стоя, можете сидя. Заднюю часть бедра я уже не способен, чувствую, сегодня тренировать. Достаточно тяжелый был вес. Мне уже, если честно, не очень весело. Ну, сейчас еще поразгибаю ножки, чтобы кровушки туда подналить. Еще немножко, раз по 10-12 небольшим весом. Ну вот примерно так и строится тренировка. Что молодых, что опытных спортсменов. Плюс-минус одни и те же упражнения. Единственное, разные веса, разное количество подходов, разное количество повторений. Все зависит от задач поставленных. Набираешь ты массу, готовишься к соревнованиям. Делаешь это просто для общего развития, для здоровья. Поэтому такое словосочетание «напишите мне программу», оно звучит довольно нелепо. Но есть определенный набор упражнений, которые вы можете в интернете найти там в миллионах вариантов и работать. А дальше уже подстраиваться, подстраивать упражнения, находить для себя наиболее лучшие, от которых откликается мускулатура, если она вообще у вас будет откликаться. На самом деле людей, у которых растет мышечная масса, даже при всех тех вещах, о которых все знают и все пишут, но никто не может их применить на практике. Именно поэтому они только кричат, а результат показывают единицы. Как-то так. Всем добра, друзья. До новых встреч.